И то, что католическая церковь сейчас непримиримо стала в вопросе о применении смертной казни, это очень важно. Важно, чтобы люди понимали, что нет ничего святого в смертной казни, нет восстановления справедливости, только еще жестокость множится. Мы должны быть добрее, более милосердны. Этот год был объявлен Ватиканом годом милосердия. Так я обращаюсь к Лукашенко. Господин президент, будьте милосердны, ведь над вас тоже лежит самая прямая ответственность за то, что общество казнит людей. Вы последний, кто ставит точку перед приведением приговора. Будьте милосердны к себе лично, в первую очередь. Не берите грех на душу, отмените смертную казнь. Я прошу вас, сделайте шаг навстречу гуманности и милосердию.